Я узнал о том, что Джуна еще существует на этом свете сегодня, когда услышал ее смерти. Для меня это человек из далекого прошлого, человек такого же примерно как бы уровня демоничности, как там, господин Кашпировский или еще какие-то вот такие герои Сёкла Сахара, вот этих вот туманных 90-х, угар, значит, декаданса, вот опиумный дым струится, и там сидят какие-то люди, значит, увешанные орденами. Вот, вот что для меня эта дама.